Приветствую вас, друзья! К сожалению, у меня для вас плохие новости. В связи со страйком, который кинул мне Fox News, я вынужден перенести этот канал на другую площадку. Почти целый год видео, выложенное на этом канале, никому не мозолило глаза. Но вдруг в один прекрасный день с канала были выпилены 4 последних выпуска. Отсюда можно сделать вывод, что в дальнейшем видео станут подвергаться аналогичной цензуре. В свете этих событий я создал группу ВКонтакте, адрес которой вы видите на экране и который будет указан в описании. Туда уже залиты все выпуски, включая удаленные, и впредь будут заливаться новые. Безопасно для YouTube-канала я могу получить еще один страйк, поэтому попытаюсь выложить еще одно видео. В случае, если я получу второй страйк, этот канал окончательно переедет в ВКонтакт. Я отправил письмо администрации Fox News с просьбой предоставить моему каналу возможность дублировать выпуски Tucker Carlson Tonight, но будем смотреть правде в глаза. Вероятность того, что я получу ответ, да еще и положительный, равна каким-нибудь сотым процента. В любом случае, не расстраивайтесь, ведь дело все равно будет продолжено. Пусть мы и потеряем очень выгодную для этого площадку. Так что вступайте в группу, ведь даже если YouTube-канал продолжит развиваться, видео будет параллельно выкладываться в ВКонтакт. Не пропадать же добро. Спасибо за внимание и следите за новостями. До скорого!